Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Алена Траценка. Глядіть у гэтым выпуску. Сёння у Гомелі стартаваў конкурс професійнага майстэрства. Керамічныя лялькі-званочкі прызнаны лепшым гомельскім сувенірам. Вуліцы абласнога цэнтра ўпрыгожаць экзатычныя кветкі. Ну а зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Больш як 30 лепшых прадстаўнікоў рабочых прафесій сабраліся сёння ў Гомелі. Тут прайшоў абласны конкурс прафесійнага майстэрства па 4 спецыяльнасцях. З залатымі рукамі рэгіёна пазнаёміліся нашы корэспандэнты. Электразварщик, слесар-инструментальщик, токар и фрезеровщик. На штогадовый областный конкурс запросили представников, бадай самых распаўсюджаных рабочих профессий. Не глядячи на техничный прогресс и роботизованные комплексы, без рабочих покуль не может обойтись ни одна вытворчасть. Токар 6-го разряду Геннадий Санько працует на рогачевском диапроекторе. Каже, что может сделать любую деталь, хоть только одними вытворчими заданиями не обмежевывается. У свободный час на токарном станку вырабляет нечто такое, что удивляет усилия. Тих и еще раз подтверждая его высокую квалификацию. В свободное от работы время, не ущерб производству, вот я таким увлекаюсь. Это, как изначально называется, типа китайского шара. Вот китайцы вручную такое резали когда-то. Ну, токарный станок технологии не изменил, просто ускорил процессы обработки. А так процесс остался тот же самый. Суть в том, что это из цельного куска вытачивается. Есть цепь неразъемная, тоже 12-звенная, тоже методом механической обработки получена. Организаторы кажут, что задания на конкурсе для профессионалов не самые складанные. На предприемствах вырабляют нечто подобное. Тут головное – сделать все якостно и пожадано худшее за инших. То, что змагаться приходится на чужих станках и практически без подрыхтовки, особливо не засмучая. Урежьте, коли соправдный профессионал, працовать повинен на любым обсталевании. Не мешает ничего. Станки, в принципе, похожие, что там, что здесь. Так что деталь, в принципе, несложная. А так нормально, все хорошо. Олесь Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Керамічныя лялькі-званочкі і рэчыцкія палішукі прызнаны лепшым гомельскім сувенірам. Адпаведны конкурс правяло рэгіянальнае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Аўтарам лепшай работы з'яўляецца рэчыцкі майстар Вольга Жарнасек. У лік пераможцаў таксама трапілі выраб з бяросты «Лебядзіная сажалка» гамяльчанкі Ірыны Кротавай і тканы пояс Мікалая Сушкова-Шчонак. Рамеснікі атрымалі дыпломы і сертыфікаты на бясплатны ўдзел ва ўсіх сёлетніх выставах і кірмашах отделения Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Сувенірныя вырабы пераможцаў плануецца ўручаць у якасці падарункаў для замежных делегаций. Вуліцы Гомеля ўпрыгожаць экзатычныя кветкі. Гэта паўднёва-афрыканскі рамонак і калібрахоа, радзімай якога з'яўляецца паўднёвая Амерыка. Акрамя таго, на гарадскіх клумбах з'явяцца кампазіцыі з руж і новыя вертыкальныя канструкцыі. Як гомельскія кветкаводы рыхтуюцца да новага сезона, раскажа Ганна Каральчук. Основные работы по озеленению города выполняют специалисты предприятия «Червоный гвоздик». После поступления заказов от администрации районов тут распрацовываются эскизы кветкового оформления. Что тычется древ, все лето перевагу отдают липам и кленам. А кроме того, у новом годовальнику подрастают 4000 саджанцев каштанов. Правда, высадить их можно только про 7 годов. Особливо цікаво для специалистов працовать с новыми видами рослин. Новых 9 видов петуний, которые украсят наш город и наши горожане увидят красоту всего, новые сорта бархатцев. Здесь вы вот видите уже подрастающую рассаду, герань, которая будет у нас в этом году как бы пробовать украшать новые виды малой композиции, архитектурный форм, который разработали наши дизайнеры. Объемы рассады кветок увеличиваются что год. Лето сих было 420 тысяч, а сёлета на 140 тысяч больше. Колькасць видов одногодовых рослин у парниках предприемства больше, як 70. Особливо популярны виолы, бягонии, сурфини и тюльпаны. Улічваючы потепление климата, у гэтым сезоне для Гомеля обрали новые кветки – паўднёва-африканские и паўднёва-американские. Так само на предприемстве заклали молодый ружанец. Один из самых ярких и квітнеючих кутков города – палацово-парковый ансамбль. Тут под кветники выделено 1500 квадратных метров. Штогод гэтыя площади засаджуют двойчы. Початку цибульными, а потом одногодовыми рослинами, якія квітнеют до поздней осени. Это будут и крокусы, и ранние тюльпаны ботанические, и сортовые тюльпаны голландские, и мускарики, и гиацинты. Мы будем надеяться, что и розарии наши перезимовали, и верески наши сохранились, и магнолии у нас зацветут.
Комбінуючи ранні і пізні види рослин, квітководи імкнуться максимально повеличить протяглость цвітення. Покуль что на клумбах распускаются одинокие крокусы из минулого года, але у середине красавіка наведвальника у парка чакае сапраўднае буянство фарбаў. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. У Ветцы наведвальники лазни не пожадали эвакуироваться из-за пожару, бо боялись за свои речи. Супрацовникам Министерства по надзвычайных ситуациях пришлось отлумачить людям, что калены отмовятся выконывать инструкции, под погрозой может опынуться их безпека. На пульт дежурного трапило поведомление, что у парыльным отделении лазнего оздоровленчего комплексу отбылся пожар. По прибытии на место здарения вратовальники выявили моцное задымление и с тяжкостью эвакуировали с будинка 5 человек, наведвальника установы. Персонал вышел на улицу самостойно. У вынику пожару никто не потерпел. В данном случае посетители банно-оздоровительного комплекса проигнорировали требования пожарной безопасности, своевременно не покинули горящее помещение, опасаясь за сохранность своего имущества. Тем самым подвергли свою жизнь опасности. Рэчыцкий районный отдел следшего комитета узбудил криминальную справу по факте массового пошкоджения помников на могилках каля вёскі Жмуровка Рэчыцкого района. Як поведомляя газета «Дняпровец», невядомые вандалы пошкодили и разбурили 18 помников и 2 крыжи. По меркованиях следших, хулиганство было здейснено у период с 21 по 25 соковика. Зараз правоохоўники ведут пошук злоумысников. По криминальной справе призначены шерах экспертиз. Безпека детей – приоритет для дорослых. На протягу школьных каникулов областная дзяржаўтаінспекция проводит профилактичную акцию по попереджению ДТЗ с уделом неполнолетних. До 4 красавіка у организациях, на предприемствах и у научальных установах в области пройдут профилактичные мероприемства. Дорослым нагадают об тем, что у легковых автомобилях детей до 12 годов варто перевозить с утримливающими приладами. Самим же детям расповедуют головные дорожные правила. А кроме того, школьники смогут наведать областную дзяржаўтаінспекцию подчас экскурсии. Як сведчить статистика, у период каникулов рызыка дитячего травматизма на дорозе узрастая. За 2016 год в Гомельской области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 11-летний ребенок, пассажир, погиб, и 45 детей получили травмы различной степени тяжести. За 2 месяца уже нынешнего года произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Уважаемые взрослые, дети-пассажиры страдают по вине на взрослых, так как вы перевозите их без детских удерживающих устройств, а также без использования ремней безопасности. То есть обратите внимание, пожалуйста, на безопасную перевозку детей в автомобилях. У Гомеля отбылся 6-й тур городского чемпионата по интеллектуальных гульнях «Что, где, коли». Споборництвы присвятили 100-годовому юбилею областной газеты «Гомельская правда». С такой идеей на организаторов гульняў вышли корреспонденты выдания. Яны склали 30 пытаний, якія тычыліся журналистики и истории старейшей газеты Беларуси. Отказы шукали каля 80 старшеклассников Гомеля. Вот это мы будем красиво вручать. Будем вручать победителям возрастных категорий. Ну тут очень так миленько, красивенько. То есть дети с пустыми руками отсюда не уйдут. Специальные призы от «Гомельской правды» отримали навученцы городского лицея номер 1, а так само команды 19-й школы и 51-й гимназии. У Вогле гэты тур стал передапошним у городским чемпионате. Наступный пройдет у красавіку. Сегодня на телеканале «Беларусь-4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажут об том, как привести фигуру у форму до початку пляжного сезона. Как худнеют в прыгажуне и те можно позбавиться лишних килограммов без шкоды для здоровья. Фитнес-тренировка, парады диетолога и майстер-класс ведомого стилиста у прямом эфире. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:35 на телеканале «Беларусь-4». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Алена Траценко. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.